Это первый ролик с лицом. И ты его должен досмотреть до самого конца. А еще у меня там красный глаз, поэтому ничего не пиши в комментариях. Я просто плохо сплю. Эх, ну надо как-то по необычному видео, что ли, начать. Так, все, у нас серьезный ролик, надо серьезное лицо, серьезное. Я не могу, как они это делают, все, блин, блогеры эти, я не понимаю, как вот смотреть в камеру и что-то говорить, что-то еще надо говорить, а я не знаю, что... О, боже, как это непривычно. Все, мне еще сложно сидеть, потому что у меня, блин, подушка под жопой. Я, если сяду ниже, то меня будет не видно, и мне надо как-то сесть. Ох, ну, вроде нормально. Короче, хоть и начало получилось немножечко веселеньким, но ситуация плачевная. Как мы все знаем из последних новостей, YouTube начинают тормозить. Начинают его как выговаривать, господи, нормально буквы. В общем, многие из вас уже столкнулись с этой проблемой. YouTube начинает замедлять. План скам. Заскамила мамонтов. Блять, всячески тормозить. Видео нормально нельзя посмотреть, потому что они в плохом качестве. И в целом работа YouTube стала ужасна. На Ютубе я уже давно, если считать, это 10 лет, потому что именно в 2013 году я познакомился с этой площадкой, и я ее безумно люблю всем сердцем. А сейчас мне говорят, что ее заблокируют. Это ж вообще капец какой-то! В общем, юный чебурек, запоминай, прямо сейчас ты сканируешь этот QR-код на экране или же заходишь по ссылочке в описании в мой телеграм-канал. Если что, вот он, это волчонок Лейзина, тут, возможно, ничего не понятно, но ты спускаешься вниз и нажимаешь просто кнопочку подписаться, вот так вот, бац, и все. Одна секунда, один клик. То есть ты понимаешь, это для меня многое значит, я тебя не потеряю, если что, мы выйдем с тобой на связь и видосики будут выходить в Телеграме. Поэтому я надеюсь на твое понимание и надеюсь то, что ты подпишешься на Телеграм. Вот. Ну а так, я надеюсь, что YouTube не заблокирует и будет все окей. Вот. Хотя, честно говоря, по последним новостям только все хуже и хуже становится. Короче, с вами был Паша Флейзин, лицо Паши Флейзина. Вот, я надеюсь, вы довольны. Ну а так, все, всем пока. Кстати, покажу тебе, как я снимал. В общем, ох, господи. Вот, на коробке из-под камеры и на коробке для кроссовок. А на этой подушке я сидел. Все, серьезное лицо. У нас серьезный ролик. Да я не могу. Боже, я первый раз смотрю в камеру. Я уже на протяжении скольки? Часа пытаюсь это снять. Все, серьезный ролик. YouTube закрывают, все, блокируют, что там, тормозят, не знаю. Не для чего, и даже видео нормально не посмотришь. Короче, к чему это? Это трындец. Я падаю, господи, я чуть не упал.